Для жителей Белгородской области Иван Степанович Конев – это полководец, который освобождал Белгород. Для страны в целом – маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Но о чем нельзя прочитать в учебнике? Взгляды, принципы, переживания. О чем-то личном могут знать только близкие люди. Дочь маршала Наталья Ивановна изучила архив отца и написала книгу в серии «Маршалы Победы» по страницам семейного альбома. Она написана с большой любовью. В этом альбоме 6 разделов. И в этих разделах вот показана вся жизнь Ивана Степановича от начала до последних дней. И история его знакомства с Антониной Васильевной. В этом альбоме мне хотелось придать истории личное измерение. Я не хочу выставлять на показ жизнь любимых отца и мамы, беззащитных, в общем-то, перед чужим любопытством, но и не пытаюсь замалчивать то, что было на самом деле. Я впускаю читателя в наш домашний мир, вынимаю документы и фотоснимки, запечатлевшие родные лица и ушедшее время. Нас создает семья. В примерах отцов и дедов мы находим идеалы. Рассказы об их поступках – это наставление между строк. Иван Степанович Конев – полный тезка своего деда, чем не пример памяти предков. Выбор воинской карьеры – тоже пример преемственности поколений. Сам Иван Степанович был призван в армию в 1916 году. Тогда шла Первая мировая война. Во время гражданской был военным комиссаром. После войны Иван Конев 5 лет командовал полком, потом стрелковой дивизией, учился в военной академии имени Фрунзе. Но именно полк он считал своим главным военным университетом. Из воспоминаний Ивана Степановича Конева. «Полк сделал меня человеком поля. Именно в полку я страстно полюбил поле, учения, проводимые с максимальным приближением к боевой обстановке. Я относился к учениям со страстью, считал тогда, так же, как и считаю сейчас, что без вдохновения нет учений. И это пригодилось мне на войне. Полк учит, полк воспитывает, полк по-настоящему готовит кадры». Начало Великой Отечественной войны застало Ивана Степановича в Ростове в должности командующего 19-й армией в составе Северо-Кавказского военного округа. И с тех пор, до самого конца войны, он был там, где наиболее трудно. Конева называли солдатским маршалом. Бывал на передовой вместе с бойцами в окопах. Заботился о рядовых командирах в поле. В октябре 41-го Конев был направлен командующим Калининским фронтом. Здесь он встретил свою будущую жену Антонину Васильевну. Отец показался ей при встрече серьезным, основательным. Она сразу ощутила, что этот человек обладает большой внутренней силой, мужеством, волей. Что с ним не страшно, он не обидит, а защитит. В то же время в ней шевельнулось чувство жалости. Внешне он выглядел измученным, худым. Было заметно, что этот человек не думает о себе, живет одной целью – защищать родину, отдавая этому все свои силы. Накануне Курской битвы Иван Степанович Конев был назначен командующим Степным фронтом. После прорыва обороны противника на подступах к Белгороду первоочередной задачей войск Степного фронта было освобождение города. С рассветом 5 августа войска 69-й и 7-й гвардейских армии пошли на штурм Белгорода. И после ожесточенных боев к вечеру того же дня город был полностью очищен от противника. Перед войсками Степного фронта открывался путь на Харьков.
Разгром немцев под Харьковом открывал войскам Степного фронта путь на Полтаву и далее Днепру. Одним из величайших испытаний для отца, как для командующего фронтом, было форсирование Днепра, которое началось в конце сентября 1943 года, когда части 7-й гвардейской армии буквально зацепились за маленький клочок земли на правом берегу. В начале 1944 года Степной фронт Конева, переименованный во Второй Украинский, обеспечил окружение немецких войск на Днепровском правобережье под городом Корсунь, второе крупнейшее после Сталинграда окружение противника. Корсунь-Шевченковская операция развивалась динамично, без паузы между моментом окружения и началом ликвидации противника. Гитлеровское командование все еще полагало, что удастся сохранить за собой богатые промышленные и сельскохозяйственные районы правобережной Украины, стремилось скрыть от своего народа провал планов на Восточном фронте. Именно за эту битву, названную Вторым Сталинградом, ему было присвоено звание маршала Советского Союза. Эта операция убедительно доказала, что наша армия овладела высшей формой оперативного искусства – искусством окружать и уничтожать противника. С мая 1944 года и до самого конца войны Конев командовал Первым Украинским фронтом, освобождая Европу от нацизма. К апрелю 1945 года, когда состоялся судьбоносный разговор о взятии Берлина, Конев наряду с Жуковым и Рокоссовским входил в тройку самых успешных и популярных в народе советских военачальников. Каждый из троих был честолюбив, и каждый внес весомый вклад во взятие вражеской столицы. Именно Конев поставил точку в Великой Отечественной, проведя последнюю ее операцию – пражскую наступательную. 8 мая армии Конева, Малиновского и Еременко прорвали вражескую оборону и с трех сторон окружили столицу Чехии. Чтобы сохранить исторический город, нельзя было применять артиллерию и авиацию. Это был личный приказ Ивана Конева. Волевое решение маршала пражане восприняли с благодарностью. После победы военачальника, как и всех красноармейцев, осыпали букетами и качали на руках. Отец рассказывал, что долго поздравлять друг друга с победой им было некогда. Надо было думать о нормализации жизни, о снабжении населения, о житейских проблемах. Но теперь о подвиге красноармейцев стали намеренно забывать. Памятник освободителю Праги Ивану Коневу неоднократно обливали краской. А накануне празднования 75-летия Великой Победы вообще снесли. Но вопреки всему, ежегодно к памятникам советским воинам горожане возлагают венки и цветы. После войны Иван Конев командовал сухопутными войсками, был заместителем министра обороны, главнокомандующим объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора. Возглавлял группу советских войск в Германии. После берлинского кризиса 1961 года Конев на почетной пенсии. Завершалась деятельность отца как военного руководителя. Начинался новый период, который кто-то может назвать «осенью жизни». А для меня он поистине драгоценен, поскольку именно во второй половине 1960-х годов я, повзрослев, стала лучше понимать отца, общаться с ним, потому что папа наконец-то большую часть времени проводил дома. И вот тогда-то у маршала и появилось время на путешествия с семьей, увлечения, встречи с товарищами. Но и выйдя на пенсию, маршал продолжал быть полезным стране. Такой багаж знаний и опыта не должен был пропадать. К нему часто приезжали в гости историки, писатели, журналисты и уговаривали начать писать мемуары. Отец был прекрасным рассказчиком. Помню, как он увлек своим темпераментным рассказом о взятии Берлина прекрасного артиста-диктора Юрия Левитана, чей глубокий голос был знаком во время войны каждому. Именно он озвучивал все указы, ставки и верховного главнокомандующего. Папа с Левитаном уединились в кабинете, вели неспешную беседу. Мама угощала мужчин чаем. Имя Ивана Конева носят улицы, скверы, микрорайоны в городах и селах Белгородской области. А еще в честь маршала назвали сорт сирени.
Он выращивал различные сорта сирени. И так как у него пышно цвела сирень, ни у кого не цвела. Это считалось его, вот, его любимым таким цветком. И вот в этом альбоме описывается случай, когда на его юбилей пришел Рокоссовский с вот такой охапкой белой сирени. Ну, то есть, где он ее достал, как он ее достал, остается за кадром. В книгах серии «Маршалы Победы» по страницам семейного альбома совсем мало текста. Вступительное слово чаще всего писали потомки полководцев. А краткие надписи к фото – это эмоции и сокровенные воспоминания. То есть, вот такие, понимаете, истории мы узнаем из подписей к фотографиям, которые делают этих людей, ну, ближе к нам, делают их земными такими. Эта книга интересна тоже абсолютно всем поколениям. Но мне безумно интересно их было листать, конечно, и узнавать вот эти семейные истории из первых рук, написанные вот очень душевно. В настоящее время издано 19 таких фотоальбомов. И с ними можно ознакомиться, их можно почитать, полистать. В публичной научно-исторической библиотеке Николая Ивановича Рыжкова на Прохоровском поле, в поселке Прохоровка. Поэтому мы всех с большим удовольствием приглашаем к нам.